Я футбол-то на самом деле так не играл. Хорошо играю. Чуть-чуть, да. Можно, да? Можно, можно. Можно. Бильярдный. Ой, правильно, не спать. Я серьезно говорю. Очень надеемся, прежде всего, чтобы вы были здоровы, что оставшиеся дни до начала чемпионата Европы прошли в том режиме, в котором вам главный тренер определит. Вот. Но мы все за вас переживаем, болеем, надеемся, как всегда. У меня вот журналистов там много, они спрашивают, ну что вы надеетесь? Я говорю, россияне надеются всегда только на один результат, на победу. Поэтому будем надеяться, что победы будут, победы хорошие, красивые. Вот. Поэтому мы переживаем все вместе, всем дружно, и спортивной, и околоспортивной семьей. Болельщики будут на стадионах, весь Питер тоже уже готов. Поэтому здоровья, побед, хорошего настроения, вот таких же улыбок, чтобы они всегда вместе с вами были. И фирменные тоже мы еще увидели не раз на поле. Конечно. Если надо, мы и на поле выйдем. Но... Нет. Не надо? Ну, это уже... Сам не хочу. Так, ладно, пошли. Да, серьезно, удачи вам. Спасибо. Конечно, футбол для нас в России больше, чем футбол. Очень много сделано для организации Евро. Знаем, что был перенесен чемпионат, дополнительная нагрузка на Питер с дополнительными тремя матчами легла по организации. Передач сделать. Если оттуда привели, уже где-то должен быть удар. Понятно? На каждую попытку один урок. Хорошо. У него сучки на ногах, он может попасть. Он может попасть. Мимо. Ноги заточены. Давай, давай. Я верю в тебя. Дай последний. Дай, Жень. Закрой глаза. Да! Я сказал, я верю. Ну что, личного? Не виноват. 20! Видишь, попал. Евгений Игорь. Мать снимать тебе. Конечно, выдал. Я сделал. Первый ниже, второй ниже, третий. Не-не, я... Честно? Ну давай, иди. Сейчас. Говори. Время есть. Оно тебе надо было. У вас немного. Почему? Немного? 10 туда, 10 вообще надо было. Стоял спокойно, лупил. Я никого не трогал. Никому не мешал. А вы будете стирать здесь? Понижки будете, да? Перчатки в пиво. Два. А? Чего? Перекладину попал, три попытки дал. А? Давай обратно к тебе. Давай,
20. Скоро есть куб. Ты с Киркоровым выложил и сейчас хочешь выложить? На своем месте все правильно, пусть он бьет. Киркоровым выкладывай, знаешь, это как прикол. Для тебя. Комбинат тримал, конечно. Молодец. Он видит, да. Нормально.